Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, пацаны! Сегодня видео будет чисто для своих, потому что многие вообще не поймут, зачем я это делаю и для кого я это делаю. Поэтому, скорее всего, здесь будет мало просмотров, но вдруг вы только зашли на это видео, то просто возьмите, поставьте лайк, я вам постараюсь все объяснить. Получается, у меня есть очень хороший знакомый, это Мерикос. Это пацанчик, который раньше жил в Украине и приехал потом в Америку. Он прожил уже в Америке 6 лет, получил гражданство и сейчас живет там. И играет вместе с нами иногда в КРМП на проекте Amazing Holy Play. И мне он очень много раз делал очень классные подарки. Дарил много денег, дарил там машины и так далее. Поэтому сегодня я хочу сделать ему приятно. Сегодня хочу ему найти машину с аудиосистемой и ее подарить ему. Возможно, поставлю потом на нее какие-то номера. Конечно, не фулбат, но какие-то полублаты прикольные я хочу на нее поставить. Поэтому смотрите видео от начала до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также, кто не знал, недавно Мерикос разбил свою машину, Хонду. Скриншот у вас будет, в принципе, на экране. Я вам ничего рассказывать не буду, потому что я сам толком ничего не знаю. Да, я с ним общаюсь, но, скорее всего, он будет стримить и на стриме вам все расскажет. Поэтому, пацаны, ссылочка на его канал будет в описании. Кто не понимает и не знает, кто такой Мерикос, просто перейдите по ссылке в описании на его канал и посмотрите его стримы. Также, пацаны, я уже переставил номера топ-восьмерки. Теперь они стоят на Ешке с аудиосистемой, а свою Ешку я просто слил в ГОС, ну, чтобы номера переставить. И тем более теперь бэтбой номера, которые именные, они в ГОСе, поэтому кому надо, можете ловить. А я, в принципе, погнал искать тачку. Сейчас я кину объяву, но сначала поедем на Нашан, посмотрим, что вообще там продается, потому что время у нас 12 часов дня, можно, в принципе, поехать на Ашек и посмотреть, что же там продается. Я хочу найти, конечно же, Ешку с аудиосистемой, но у меня бюджет не очень большой, у меня бюджет 30 миллионов. Они у меня в банке лежат, поэтому сейчас будем искать машину. Желательно, конечно, подешевле, чтобы не сильно переплачивать. Так, тут много Ешек стоит, но с аудиосистемой не знаю, какая тут есть. Ладно, будем сейчас спрашивать, ходить. Так, посмотрим, есть у него ли у него аудио. Если есть, то ее, в принципе, можно было бы взять. Ну, а так, в принципе, Ешка, ну, стоит, ну, 25 лямов где-то максимум. Вот эту, чтобы вы понимали, РС-ку, блядь, продают за 45 миллионов. Хотя здесь, кроме аудиосистемы, ничего нету. Ну, вот этот чувак, Ричард, он вообще дурак, серьезно. Потому что, ну, 45 лямов за что? За аудиосистему, но она столько не стоит. Но мне нужна именно Ешка. Просто он просил машину, которая именно дрифтит. Да, он знает то, что я ему подарю машину, но какую машину, он не знает. Для него самое главное, чтобы была аудиосистема и чтобы машина дрифтила. Стила. Ладно, пацаны, ухожу на паузу, буду кидать объявы, если что-то найду, то я вам это все покажу. Так, пацаны, нарисовался один вариантик, это получается вот Lexus. Сейчас хочу посмотреть, как он вообще едет. Номера, конечно, такие себе, он за нее хочет 30-ку, но я думаю, можно торгануться. Как бы, ну, машина интересная, в принципе, потому что у меня ее никогда не было, я не знаю, как она едет. Так, а что по Карпасу, давайте посмотрим. Так, Карпас. А, ГОСК у нее 7 миллионов, получается, целка это херня, я починю. Клиренс, аудиосистема здесь есть. Но мне сейчас надо посмотреть, сколько она едет. Максималочку ее затестировать, и будет нормально. Просто мне главное, чтобы она дрифтила. Как бы, да, он пиздато выглядит, кстати. Так, максималка у него 212, да? Бля, ну боком она не особо идет, а Мерикос хотел, чтобы она боком шла. Поэтому я не знаю. Ну, классный вариант, конечно, очень классный. Но я думаю, надо что-то еще поискать. Поищу еще варианты, если не найду, то у тебя возьму. Просто я не себе покупаю, я на подарок хочу подарить. Я не себе, я на подарок, понял. А, этому что ли? Это который сейчас рыбу ловил, да? Ну, не сейчас тогда. Ну, еще помнишь, в Дискорде сидели? Да. Не, нормальный он такой, ему сойдет. Что ты за него хочешь? 30 торг. Давай за 28. Ну да, аудиосистема есть. Он, в принципе, не занижен. Целка 92, ГОСКа 5 лямов, да. Блин, а ну, если конечно, его занизить, то... Не надо. Он очень валким станет и переворачиваться будет. Не, ну прикольный гелик, в принципе, я думаю, можно его купить. Как бы тачка реально нормальная. Бля, я вот думаю, особенно... номера оставить или какие-то поставить другие. Я могу на заказ сделать. Не, у меня есть рулетки, понял, номера. Не-не-не, если с рулетки, то оставь. Ашки крутые номера. Ну, можно М-ки, конечно, поставить. Знает. Так, сейчас бабочки снимаем. Будем покупать гелик за 28 миллионов. Даже у меня гелик не на аудиосистеме, чтобы вы понимали. Я думаю, для него это будет очень хороший подарок. Ну, гелик, мне кажется, лучше, чем Ешка, согласитесь. Ну, гелик попизже, как бы, это внедорожник. Но это гелик, это бандитская машина. Я считаю, ну, это лучше будет, чем Ешка. Ешка, да, она дрифтит, но гелик тоже 28 дрифтит. 28 550, правильно? Да.
Ну что же, пацаны, я вот такие вот номера поставил, мне они больше нравятся, потому что я мечтаю себе купить Full Blood 3X, там, допустим, какие-то цифры, но я сюда поставил полублаты специально для Америкоса, я думаю, ему понравится, потому что, ну, пиздато номер смотрится. Я хотел поставить 3X 887, но этот номер занят. 788 тоже занят, поэтому я поставил номер 889. Но как по мне, смотрится очень пиздато, я еще хочу купить покраску номеров, и покрасить их в красный, например, либо в другой какой-то цвет. Ну, короче, я думаю, будет выглядеть очень даже пиздато. Поэтому я кинул объяву. И сейчас найду покраску, то еще номера покрашу. Надо будет еще целостность сделать, потому что здесь целка 92. И просто будет охуенный гелик. Вот номера, согласитесь, да, ашки были прикольные, типа 3А100, прикольные номера. Но эти номера намного пизже. 3X889. Я считаю, они вообще пиздаты прям. Очень классно смотрится. Но мне реально нравится. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. Но мне очень нравится. Так, пацаны, покупаем, короче, номера с рулетки за... Ой, номера, покраска с рулетки за 2 миллиона, по-моему. Но это не сильно дорого, в принципе. Так, снять 2 миллиона 500 тысяч. Все, снимаем. Покраска получается 2 миллиона, но 2,5, потому что там система ниже не даст продать. Батя, у него скин, кстати, пиздатый. COVID-19. Ну, блин, он стоит, наверное, дохуище, конечно. Можно мне тоже на подарок. Я чуваку написал то, что я купил подарок, типа гелик. Сейчас он мне продаст цветные рамки. Ну, потому что, ну, как-то я хочу их покрасить в красный, скорее всего. И будет вообще пиздато смотреться. И потом уже буду ждать вечера, чтобы зашел Америкос, и я ему подарю машину. Так, вот 2,5, все, забираем, в принципе. И сейчас он мне даст 500 тысяч. Так, 100, 150, 200, 250. Так, еще. Все, спасибо большое. Да не за что. Так, погнали. Сейчас поедем, покрасим номера на гелике. И будет просто пушка-гонка реально будет. Вон, Ягуар на аудиосистеме поехал. Бля, реально просто... Гелик, вот реально, он мне нравится больше, чем мой, блядь. Хотя на моем стоят фулблаты. Хотя на моем стоят фулблаты, но мне этот гелик больше нравится. Он реально пиздатый просто. Он просто пиздатый. Да, номера не фулблат, но они такие охуенные просто. Они реально очень классно смотрятся. 889, блядь, просто топчик, пацаны. Все, едем домой и будем сейчас ставить, ну, покраску номеров. В красный цвет пизданем, наверное. Ну, хотя посмотрим, какие там еще цвета есть. И все, потом буду ждать Америкоса. Ну что ж, пацаны, давайте покрасим номера. Бля, какие же они охуенные, сука. Реально, бля, вот это я красавчик просто лучше. Я надеюсь, то, что Америкосу тоже не понравится. Ну, согласитесь, блядь, какой гелик пиздатый. Еще на этих дисках, я думаю, все тоже такие диски поставлю на гелик. Потому что на них он так пиздато смотрится. Хотя у меня почти на всех машинах такие диски стоят, ну похуй. Так, пишем слэш-приза. И давайте сейчас покрасим номера. Так, да, я хочу покрасить. Желтый, красный, синий, зеленый, розовый, фиолетовый, оранжевый, голубой. Но мне кажется, красный больше всего подходит, поэтому... Все, красим красный. Переспауним сейчас машинку. Ох, какая сучка. Ах, посмотрите просто. Ебаный рот. Ну, согласитесь, охуенно смотрится. Просто охуенно, пацаны, по-другому не сказать. Иксы 889, аудиосистема, нитрочек даже есть. Машина в полном тюнинге, кроме занижения. Ну, просто охуенный подарок, я считаю. Я думаю, ему очень даже понравится. Все, пацаны, я жду, пока Америкос вечером зайдет. И потом уже буду снимать дальше. Посмотрим его реакцию вообще. Ну, и увидите, как я ему машину подарю. Как я в аварию попал? Я поворачиваю, блядь. Поверну голову, я уже в ауди, блядь. Это пиздец быстро было, там даже секунды не прошло, ебать. У меня даже секунды не было. За секунду я бы смог бы там, не знаю, выпрыгнуть на машину. За секунду я бы мог бы там свернуть, блядь. Я ему говорил, надо было АФК уходить, ебать, не захотел. Видел в инсте сторис, да. Говорил, выходи АФК, не, нихуя. В АФК вышел такого? Ноль. Готов? Не, не готов. Но я все равно не увижу, я не буду читать, я просто напишу согласен. Я не буду читать. Как ты в чате увидишь? Почему я согласиться не могу нажать? Все, я не смотрю на чат. А у тебя на машине страховка была?
Ну конечно. Ты что, долбоёб, я без страховки вообще ездить не умею. Ну, не умею. Такой садится машина, есть страховка? Нет. Не, не умею есть. Забыл, как ездить. Без страховки штраф выписали бы меня, блять. Машину забрали бы, блять. Меня бы забрали бы, я всю месяц сидел бы, если без страховки. Нормально, чё. Стримы бы стримил. А ну да, я угадал. Как... Что-то мне кажется, либо это Ешка, либо это этот гелик. Я так и знал. Гелик. Ебать! Иксы нахуй. Все, я блатной, ебать.